Господа, всем добрый день. Сегодня у нас свежий выпуск топовых снастей. Я сегодня взял Shimano Zodiac свой кастинг и поставил на него мультипликаторный катушок NS Vigor. Почему Vigor? Две причины. Во-первых, сегодня пипец как холодно. Я решил, что мягкие эвокнобы — это будет круто. Вот. Во-вторых, блин, посмотри, как это выглядит. Ну реально, блин, прикольно. То есть Vigor вообще ни капли не дешевит. Хоть он и стоит в два раза дешевле вот этой палки, по сути, он вообще ни разу не дешевит. То есть это как будто из одного ценового сегмента. Но это, блин, прикольно. То есть я давно уже замечаю, что вот эти мульты от Cadence, в принципе, вот их кастинги, да и, в принципе, почти все, наверное, их товары, они прям на уровне топа-топа, но стоят как бы дешевле. То есть, знаете, такой народный вариант. Если у вас нет денег, чтобы переплачивать за бренд, вот, это как бы, ну, блин, вы сами видите, как это выглядит. Я не знаю, камера передает, не передает. То есть мульт, блин, мне кажется, даже выглядит дороже, чем палка. Вот. Ну и да, реально, я просто не хотел сегодня мерзнуть, поэтому... Теплые вот эти эвокнобы — это самое то. Как видите, у меня Zodius уже в рыбе. И Vigor тоже в рыбе. То есть на все это уже пойман достаточно щук. Вот. И сегодня попробуем поймать еще. Не знаю, что будет клевать или не будет. Наша задача — по-быстренькому побежаться и что-нибудь попробовать. Вот. Руки реально мерзнут. Я понял, что у меня нет перчаток, кстати. Вот. Сейчас поставим с вами какой-нибудь вублер. Я так вот сделал пробежку. Вот. Не знаю еще, что стоит ловить. Здесь сегодня или не стоит. Но особо вариантов сейчас нету. Поэтому будем пробовать здесь. Так, что еще интересно вам сказать? Давайте-ка мульт сразу настроим, пока я не забыл. Хотя, что настраивать? Я, знаете, плюс никогда специально ничего не настраиваю. Только если мне что-то не устраивает, я начинаю двигать. Вот. Особенно если мульт нормальный. Ну, то есть всякие там, ну, Shimano Dive, Cadence, я думаю, Бугарсии, топовых линеек. Там все хорошо, там можно особо не париться по поводу настроек, если умеете бросать. Если не умеете, надо научиться, все. Все просто, не умеете — учитесь. Ладно, так, какой нам взять вубер? Я даже не знаю, какую-то коробку из дома захватил. Нет, хочу посмотреть на другую сторону. Покажите все стороны, пожалуйста, да? Вот, кстати, он с поводком, поводок мы это сейчас снимем. На этот выбор у меня здесь обычный клюет. Вот. Особо менять сегодня ничего не хочу. Он где-то что-то гоняет, но я не знаю, что это за рыба. Вот. Зубастая должна ловиться. Будет очень классно, если мы сможем что-то поймать. Но вообще, мне интересно еще именно этим комплектом половить. Давно я думал собрать. Но обычно, знаете как, обычно у нас... В России принято, что катушка будет в два раза дороже, чем спиннинг, ну или столько же стоит. А у нас в данном случае все наоборот. Ну то есть удилище в два раза дороже катушки. Вот. И насколько это, в принципе, адекватно, я не знаю. Но выглядит оно прикольно. То есть чисто внешне мне это очень нравится. Как будет в реальности, не знаю. Так. Ни разу не пробовал именно так собирать комплект. В плане, что ставить Vigor на Zodias. Вот, я на Vigor, на палку, ставил разные мульты. Shimano Scorpion, Daiwa Zillion. Но чтобы вот наоборот, как бы такого еще не было. Даже не знаю, чего ждать. Но вообще нормально будет вместе работать или нет, черт его знает. Первый заброс. Так, мне кажется, стоит... Да ладно, сейчас пока ничего делать не будем. Как будто где-то у меня что-то пережато. А, у меня пережато CVIC. Вот, а всегда отсутствие люфта, это назад, короче, перещелкнем. Вот, я уж не помню, где я последний раз ходил. А, вот, все отлично. Так, ну, погнали. Так, ну, можно еще, на самом деле, тормоза ослабить. Вот. Вот знаете, что я сразу скажу? Блин, мне тепло. Вот, мне тепло — это кайф. Потому что все эти дайво-шимановские мульты, они пипец какие холодные. Там без перчаток, вот в такую погоду, как сейчас вот. Вообще нереально что-то делать. Так, я уже чуть-чуть приотпустил тормоза. О, встречный ветерок — это не очень хорошо, конечно. Нормально летит. Но, кстати, сама палка Vigor этот мульт кидает. Ой, мульт, блин. Этот вубер кидает дальше. Что с этой катушкой, что с любой другой. То есть Zodius не такой уж и кидучий. Хотя у этого Zodius тест 1030 и длина 208. То есть, как бы, по идее, должен подходить. Но он такой чуть-чуть мягковатый. Так, давайте еще отпустим. Посмотрим, сколько я смогу отпустить.
Ну, блин, могу еще отпускать. Так. Не, вот сейчас я отпускаю, у меня больше появляется этих понимания. Знаете, с каждой палкой мульт все равно чуть-чуть по-разному настраивается. То есть, допустим, с палкой Вигера я чуть больше магнита зажимаю. Вот. И кидаю так же, грубо говоря. А здесь, получается, можно магниты отпустить. То есть она как-то вот более в этом плане мягенько, что ли, не знаю. Я, понимаете, я боюсь кинуть туда, потому что там зацепы. Давайте кинем вон туда. Блин, вообще нормально летит. Не, ну знаете, вот я сейчас реально, мне сейчас очень комфортно, в том плане, что мульт теплый. Все теплое. Тут держак теплый, ну, как бы CI4. Вот здесь мульт. Ну, какой-то тоже композит, карбон. Тоже теплый. Никакого металла у меня под рукой нет. Это сейчас вот осенью, это реально, ну, я это видео снимаю в октябре. Ну, примерно в середине. Не знаю, когда вы будете смотреть, тоже, наверное, в октябре. Вот. Вообще, знаете, есть такой план поснимать роликов на зиму и потом выпускать. Потому что зимняя рыбалка особо никому не интересна у меня на канале. Блин, можно еще чуть-чуть подпустить на одну. Ну, вообще, по забросу офигенно. Не, вот знаете, честно, я вот сейчас с Игорем ставлю, кидаю. И вот я помню, как я с шиманками ловил в такую погоду, например, с мультом или с дайвами. У меня еще раз Татулу есть и этот Зилион. С ними пипец как холодно, руки сразу отмерзают. А сейчас я без перчаток ловлю, мне кайфово. В перчатках, в принципе, там нормально. Но знаете, мультиперчатки — это такие слабо сочетаемые вещи, потому что вода со шпули сразу вот на большой палец. Все это обмерзает потом, если минус. Блин, я могу еще отпустить. Интересно. Очень интересно. Не, ну комплект огонь. И выглядит огонь, и бросает огонь, и твичит огонь. Ну, вот. Поэтому, как ни странно, наверное, это пока что... Ну, не знаю, знаете, я еще сюда как-то поставлю эссенс, чтобы уж совсем офигеть. Вот. Но обычно, как ты катушку ставишь, либо столько же по цене, как палка, либо дороже. А здесь в два раза дешевле катушка. Это, ну, наводит на мысли кое-что попробовать. Так, ладно, попробуем все-таки сюда. Боюсь я немножко зацепов местных. Вот, ну вдруг тут щука. Блин, интересно, конечно. Вот большие шансы, если я кину туда, что я что-то поймаю. Но там я 95% случаев точно оторву. Так, ну-ка, ложимся посильней. Ну, можно еще на самом деле пустить, но давайте не будем рисковать, потому что ветер может подуть. Заброс более чем. То есть я, допустим, сюда... Ну, скорпион, может быть, кинет процентов, ну, не знаю, на 4 дальше, на 5. Имеется в виду скорпион DC. Ну, это особо не нужно. Тут плюс-минус 1-2 метра ничего не играет никакой роли. Щука, если она увидит, она подойдет, даже если 5 метров до нее будет. Тем более осенью, когда, знаете, она такая достаточно активная. Даже бы она тут была. Мне многие спрашивают, зачем я ставлю палец. Ну, знаете, когда вы ставите палец, у вас типа жесткость, знаете, становится максимальной. Ну, потому что так все-таки еще можно сказать, что здесь какой-то шток там обо что-то бьется. Нагрузка на тон, здесь, ну, на главную пару там может быть какая-то есть, типа вот из этих очков. А когда вы так зажимаете, у вас просто получается как бы палка, вот, и на нее напрямую выходит как бы леска. Или как сказать, в общем, вы как будто привязали вашу леску к вашему спиннингу, вот если так зажать. Я как-то приноровился, мне норм. Так, попробуем вот такие забросики. Все отлично. Поэтому, если приучите себя нажимать на шпульку во время таких твичингов, вот, будет круто. Катушки дольше проживут. И контроля больше у вас будет. На подсечке, например. То есть, вы когда подсекаете, у вас, по сути, если вы зажимаете так пальцем, у вас фрикцион же не работает. То есть, вы можете... Давайте, кстати, отпустим. Чуть-чуть. Вы можете достаточно сильно отпустить фрикцион. Вот, но просто на подсечке пальцем зажимаете, поэтому у вас
не будет холостых подсечек. Блин, класс. Но надо в другие места сходить. Ну, здесь пока что что-то это... Фига нет. Сейчас доведем и сходим в другие места. Да, вот интересно, в общем, получается. Получается, что вообще, если у вас есть палки вот уровня, например, Зодиас, вы можете взять Вигр и вообще не потеряете ни в чем. Ни в ощущениях, ни в чем. Вот единственное, что здесь нету трещотки на фрикционе, как, допустим, на Дайве, на этой, на Зиллионе. Но Зиллион стоит, типа, как... Сейчас, мне нужно это как научиться математике, подождите. Как сколько, как три вот этих игры? Или как сколько? Зиллион стоит, ну, 26-30 тысяч, в зависимости от того, где вы это берете. Может, и дороже. Вот это из-за рубежа, если залазить, он где-то в районе тридцатки. Но этот стоит 8. Сложная арифметика. Как 3 примерно, знаете. 2,5-3. Так, ладно, пойдемте дальше. Вот. Не будем тут задерживаться. Сейчас по-быстрому пробежим. Вот мне кажется, в тех местах может быть щука. Здесь вот нету. Вот. Но мы не отчаемся. Ну, реально, знаете, реально выглядит же прикольно. Не сказать, как бы не убавить, не отнять. По-моему, прям вообще. Прям четко. То есть дорого-богатый цвет. И здесь все дорого-богато. Все вместе очень дорого-богато. Класс, ладно. И тепло самое главное. Все, едем дальше. Так, вот мы прибежаем к второй точке. Единственное, что я такое думаю, возможно, стоит менять вобер. Потому что, блин, что-то нам за хрень. У меня какие-то там деревяшки вон плавают. О, что люди только не напридумывают. Так, ладно, я надеюсь, что не оторву. Это был бы фиаско. Здесь как-то вообще скользко на вид. Я надеюсь, что я не уеду. Так. Ну, типа, как-то я, что ли, вышел. Вообще, какая-то не очень надежная конструкция, знаете. Непонятно, куда лучше вступить, чтобы не улететь. Ну, допустим, мы какой-то баланс нашли. Вот. Так. Ой. Против ветра лучше несколько щелчков убрать. Ну да, вот знаете, честно говоря, комфорт в такую погоду, я думаю, на первом месте будет. Она не уступает ни в чем японцам, эта катушка получается. И выглядит круто. И не холодит руку. Вот сейчас у меня на первом месте то, что она не холодит руку, если честно. Весь вопрос в том, будет ли здесь щука. Вообще непонятно. Но тем не менее, мы в любом случае такую разведку боем проводим. В плане, как катушка справится, как вообще этот комплект. Рабочий, нерабочий. Стоит в Uber какой-нибудь другой поставить, который не жалко. Уже здесь оторвать реально, я думаю, легко. Не, вообще очень шикарно получилось. Гораздо лучше даже, чем я предполагал. Так, нет, нам нужен какой-то вобер, который более поверхностный. Сейчас давайте. А, вот я даже проваливаюсь в эту фигню. Сложно здесь сохранить какой-то баланс. Так, сейчас поменяем вобер на какой-нибудь более поверхностный. Этот идет где-то, наверное, метра полтора. Но надо что-то на полметра найти. Вот, и покидать в оставшихся, скажем так, местах. Так. Во, есть у меня тут один кандидат. Я уж не знаю, сработает ли он или не сработает. Вот этот вот VIP 100SP. Заодно посмотрим на, как говорится, легкие вот эти вудра, как оно работает. Ну, сколько он? А, ну, сотка. Ну, по весу грамм 9, знаете. Против ветра 9 грамм, может даже 8. Фиг знает, что из этого получится, но мы попытаемся.
Вообще, у моего другана это, наверное, один из самых ловистых уберов, а я пока его не разловил. Но зато он идет сверху, и мы точно его не оторвем. Ну, что-то он вроде как-то он дрыгается. Видите, я даже перестраивать ничего не буду. Я просто беру и кидаю. К слову о том, насколько вам на самом деле нужно заморачиваться перестройками тормозов на мульте. Вот. Мульт в усвоении не сказать, что прям очень просто, но и не очень-то и сложно, знаете. Когда освоите, в принципе, можете не заморачиваться. Блин, ну он там, конечно, играет. Он играет как-то странно. Я хз, знаете. Сейчас попробую тут травки провести. Я не уверен, просто какая под него проводка нужна. Может, более деликатная. Вот, ну и катушка и удилище, они должны справиться с этим без проблем. А, да нет, нормально вроде. Какие-то кульбиты выдает. И ладно. Так. Здесь надо провести. Ох, блин. Вон что-то фигануло. Возможно, это окунь вообще, а не щука. Или шнурок. Вон с той стороны, где куда мы сейчас бросали. Вот он очень шумный. Этот овер. Вот где-то здесь, короче, сейчас был кульбит. Ребят, честно, если ничего не поймем, я не виноват. Мне пошли обвинять. Мужики говорят, что вообще ничего не клюет. Я же не могу дома сидеть, потому что так говорят. Мне же надо попытаться. Так, ну что тут пока нифига. А, он что, он перепутался. Чуть-чуть. Попробуем на коротке. Давай, щука. Ну. Пока щука не хочет. У нас осталась еще одна точка. Надеюсь, мы там сейчас нормально зайдем, потому что не очень понятно, что там за хрень происходит вон с этими, с деревяхами. Сейчас сходим посмотрим. Так. Есть куда, хотя я бы не сказал, что это прям удобно. Блин, тут деревяха, там деревяха. Зачем? Ой, я могу вот сюда встать, смотрите-ка. Ну, в принципе, ладно, я могу кинуть вправо и влево. Аккуратненько, если провести. Вобер не сильно заглубляется. Если какой-то щукан сверху стоит, мы возьмем его, наверное. Он не заплывет вот под этот плот. Пока ничего. Не, комплект, знаете, комплект вообще бомбический. Я даже такого не ожидал. Вот еще бы рыба клевала, еще было бы шикарно. Ну-ка. Ой, я уже приноровился, у меня прям такие нормальные кульбиты получаются, знаете. Вам не видно, но они получаются. Так. Так. Угу. У нас там вроде дерево. И у нас из-за этого бородень. Так, давайте посмотрим, что будет, если я кину с бороденью на вигере. Ничего не будет. Будет бородень. Ну. Так, ладно, ничего страшного не произошло. Так, вы тут так кинуть, изловчиться. А, тут оп. Щука, походу, бастует. Так.
еще разочек туда. Вот сейчас бросаем против ветра. Легкий вообще воблер. Ни капли не меряем настройки тормозов, все у нас отлично. Еще было бы классно щучку поймать какую-нибудь там, хотя бы шнура какого-нибудь. Ну, походу, мужики не соврали, рыба, походу, вообще не клюет. Так, как вот изловчиться. О, изловчился. Не, он играет хорошо. Если бы кто-то был, он бы взял. Наверное. Отлично. Ну, в общем, с этой палкой катушка прям идеально. Можете смело такой комплект себе собирать. Если у вас, допустим... Кстати, знаете, вот хороший вариант, если у вас есть, например, Zodius. Или еще какая-нибудь другая палка. Допустим, у вас есть какие-то вот японские мульты, типа Дайва, Шимана, которые металлические. Ну, вы сами ощущаете, вот как по такой погоде с металлическими мультами ловите. Зимы так вообще жесть. Вот. Вы можете взять Вигр, и это у вас будет такой мульт, знаете, под холод. То есть здесь нечему холодить. Ну, пальцами, конечно, подмерзает, потому что плетенку холодную трогаю, мокрая. Вот. Но это, в принципе, все. То есть больше каких-либо проблем нету. Можно кинуть еще прямо. То есть ни бородини, ничего. Класс. Жалко, с рыбой не везет, но извините, я пока не стал этим властелином рыб. Кто у нас там сейчас в моде? Делает ссылку на подводного. Кто смотрит пацанов, те поймут. Не хочу быть подводным, нет уж. Лучше я буду бучером, если кто-то знает, о чем я. Вот. Твердыми тоже не хочу быть. Это кто смотрит сериал, те поймут. Так. Блин, ну куда вот мы еще можем? Мы, в принципе, здесь все уже обкидали, где могла быть зубастая. Еще разочек вот так кинем. Получше попробуем провести, может, чуть помедленнее. Ну, в общем, смотрите, что я по итогу хочу сказать. Как я и думал, вот этот комплект Zodius плюс Vigor, несмотря на то, что Vigor будет стоить в 2 раза дешевле Zodius, это отличный комплект. И если у вас есть вот дорогие палки какие-то, типа там вот 15 тысяч плюс, 20 тысяч, 30, 40, 50, вот, ну, Zodius или там что-то еще лучше, там, Poison Adrena, там, ну, много разных вариантов есть. Вот. Вам можно взять тот же самый Vigor, чтобы ловить плохую погоду, например. Допустим, вы принципиально хотите ловить катушками за 40, за 50 тысяч, типа дешевой катушки я постоянно ловить не хочу. Окей, но еще раз, мы все с вами прекрасно знаем, что вот такую холодную погоду металлические катушки — это боль. Вот. А здесь, как бы сказать, карбончик, здесь боли никакой нет. Есть только ручка металлическая, но я ее, в принципе, ни разу не касался. Вот. Ну и звезда фрикционного тормоза, в принципе, металлическая. Ну, особо тоже я ее не касался. Ну, прикасывайтесь пару раз, ничего страшного не случится. Так, давайте последний забросик сделаем. Блин, вообще шикарно. Вот. Так что мораль всей басни такова. Не обязательно платить 30 рублей за хорошую катушку. Вот. Я еще разные варианты протестирую, мне просто интересно, у меня есть идейки. Вот. Например, возьмем, поставим на Hearty Rise катушку за, там, не знаю, за 10 тысяч рублей для начала, потом вообще за 5. И посмотрим, как это будет. Вот. Ну ладно, в общем, это был свежий выпуск топовых снастей. Не знаю, когда вы его посмотрите. Вот. Ссылку на игры я вам оставлю. Вот, Zodius напишу какой. Ну, я напишу тесты длину, сами найдете. Вот. По вулерам советовать нечего, потому что, ну, вот. На мульте мне намотана 24-я плетенка, если что. 100 метров. Мультиколорная. Вот.
Не знаю, ребят, я не знаю. Я постараюсь еще поймать щук. Я не знаю, когда вы их увидите, потому что, скорее всего, я сейчас буду ролики копить на зиму, чтобы зимой выходили. Вот. Как увидите, так увидите. По-любому еще что-нибудь поймаю здесь. Но сегодня вот не судьба. Вот, погода фигня. Вот. Но главное, что мы вот протестировали такой комплект. И это реально оказалась тема. Гораздо круче, чем я даже думал. И выглядит бомбезно. В общем, класс. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока.